Руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Одинцовского округа Вячеслав Киреев отчитался перед областными парламентариями о ходе предварительного внутрипартийного онлайн-голосования. Отдать свой голос за кандидата можно по 30 мая в электронной форме, пройдя верификацию на портале госуслуг. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте. При возникновении сложности с регистрацией можно обратиться в местное отделение партии. Консультационная работа будет вестись до последнего дня. При этом избирателям гарантирована безопасность персональных данных. Результаты голосования будут абсолютно прозрачными и честными. На портале также можно получить биографическую справочную информацию о каждом кандидате. 30 мая с 8 утра до 8 вечера пройдет очное голосование. Итоги будут подведены на следующий день. Сейчас самый разгар предварительного голосования по выдвижению кандидатов на будущие выборы в Властную Государственную Думу Российской Федерации. И мы вот этим предварительным голосованием определяем наших лидеров и кандидатов, которых мы потом через путем представления на наших конференциях, значит, утвердим и будем предлагать им избираться и, естественно, поддерживать выбор в Государственную Областную Думу.